Всем привет! Меня зовут Зоя Цай. Я занимаюсь продюсированием онлайн-проектов, а также консалтингом для действующих инфобизнесменов. На сегодня я веду три проекта. Два из них это действующие онлайн-школы, одна онлайн-школа в области дизайна интерьера, подготовка профессии и вторая онлайн-школа в мягкой нише обучения для женщин по развитию сексуальности. Также третий мой проект это консалтинг для инфобизнесменов, для тех, кому нужно получить результат и выйти на новый уровень, масштабироваться. Хотела бы немножко рассказать о своих результатах. На сегодня я стартовала 9 месяцев назад, и первый мой запуск был на 100 тысяч рублей. На сегодня оборот ежемесячный составляет 2,5 миллиона рублей. Суммарно где-то было заработано уже более 10 миллионов рублей за этот период, небольшой, за 9 месяцев. И конверсия, так скажем, из того бюджета, который мы вкладываем в рекламу, она составляет примерно 1,13. Это довольно хороший показатель для инфобизнеса. Как этому можно научиться и как можно, было, как можно добиться этих результатов? Во-первых, очень важно в инфобизнесе, так же, как и в любом бизнесе, следовать к определенным циклам проверки гипотезы. Сложности бывают иногда у новичков в том, что, приходя в новую для себя сферу, очень часто люди заходят в перфекционизм и очень долго думают, как же им реализовать свои идеи. И для этого существует понятие такое в маркетинге, как хади-циклы. И эти хади-циклы должны повторяться. Что же это такое? Давайте я вам коротко расскажу. Первая буква, собственно, это и аббревиатура. Это гипотеза. Да? Гипотеза. Существует, например, какая-нибудь у нас гипотеза. К примеру, мы думаем, что если мы сделаем в нашем лендинге ярко-красную э, кнопку подписаться, то наша конверсия вырастет. У нас есть такое предположение. И не факт, что это правильно. Возможно и нет. Но мы должны проверить. Поэтому есть следующий этап. Э, а, ак, action. Action — это действие. Мы совершаем некоторые действия. Э, например, э, мы заказываем лендинг, и чтобы у него была яркая красная кнопочка. После этого D, date мы проверяем, анализируем Показатели, конкретные факты. К примеру, раньше мы понимали, что было такое определенное количество кликов на эту кнопочку, мы сделали ее красной и она стала э, кликабельной по-другому. И стало большее количество кликов, либо меньшее количество кликов. И дальше инсайт то есть хади циклы, четвертый цикл, инсайт, то есть наша интерпретация того, что произошло, и мы делаем выводы. Да, действительно, красная кнопочка, например, она повышает конверсию, либо понижает. И таких циклов должно быть много. Мы предполагаем, внедряем гипотезу, и потом эта гипотеза либо работает на нас, либо мы отметаем ее как неправильную гипотезу. И если постоянно, так скажем, быть в таком режиме, когда ты не перфекционируешь, когда ты вводишь, проверяешь гипотезы, то вероятнее всего ты добьешься успеха. И что бы я хотела бы сказать тебе? Если ты сейчас Смотришь вот это видео и думаешь, ну как же вообще мне в принципе стартануть, как же мне вообще понять, что такое онлайн-бизнес, как мне начать в нем развиваться, это же очень классная идея, то приходи на бесплатный вебинар и тебе расскажут вообще с чего начать и как стартануть. Всего доброго.